большое за ваш путь, за ваш талант, за ваше сердце. Спасибо вам за верность театру Арма. Спасибо вам за верность театру. Спасибо за верность искусству. Спасибо вам за вашу принципиальность. Потому что когда с вами общаешься, иногда общаешься непросто, но всегда знаешь, что вы в своей позиции честны и бесхитростны. Это очень важно в наше время. Спасибо вам за настойчивость. Вы знаете, дорогие друзья, на традиционных встречах ежегодных с мэром города Людмила Ивановна вот с такой любовью к театру армии вставала всегда и говорила: Юрий Михайлович, у театра армии должен быть вход в метро. И сейчас мы верим, что скоро он будет. Вам, Лешенька, тоже вам, всей семье вашей здоровья и, как говорится, солнце в окна вашему дому. А то, что Андрей Корохов сказал, завтра отдыхаем, а послезавтра встречаемся и обсуждаем. Ну, наверное, да, надо красивое что-то все время завершать. Я, конечно, очень признательна моему коллективу и тому, за то, что вы видите, сколько в моем театре, я имею право сказать, в моем, я отдала ему жизнь, отдаю, красивых, талантливых людей. Конечно, несмотря на все, у нас разные периоды были типа театра. Разные художественные руководители, разные режиссуры, но тем не менее были всегда партнеры, которые очень требовательны к себе, к тому, что они делают, там, импровизирующие, такие, которые очень хотели бы быть верными своему театру. Театр так назывался, геройско-патриотической темы. Хотите вы или не хотите. Такое количество спектаклей прошло этой темы в этом театре. Помимо огромного количества классики. Я вам очень признательна, дорогие мои партнеры и руководство сегодняшнего. Я вам кланяюсь. Благодарю вас.